Приоритетные направления развития системы образования в Булумском районе обсудили на днях. В ТИКСе прошло традиционное сентябрьское совещание работников образования района. С подробностями Валерий Савельев. На днях в поселке Тикси было проведено ежегодное сентябрьское совещание работников образования Булумского района. В ходе совещания были затронуты наболевшие вопросы и проблемы в сфере образования и дошкольного воспитания. С докладом о совместной работе администрации района и управления образования выступил глава района Шахурдин Константин Николаевич. С приветственным словом обратился представитель главы республики Саха-Якутия Кудряшов Игорь Васильевич. С основной темой совещания «Приоритетные направления развития системы образования Булумского улуса на 2016-2020 года» выступила начальник управления образования Федулова Вероника Симовна. Собрались, пришли общественники поддержать наших учителей, наших детей, которые в этом году достигли тоже немалых результатов. Они выступили не только на уровне республики, но еще и выступили за ее пределами. Ездили в Санкт-Петербург, выступили во втором слете юных полярников. У нас в этом году есть тоже достижения. Наш ученик, выпускник теперь уже арктической гимназии, стал победителем республиканского конкурса «Будущий дипломат». В фойе культурного центра работала выставка работ прикладного и художественного творчества школьников, которая привлекла большое внимание посетителей. Также во время совещания чествовали молодых специалистов и наградили ряд педагогических работников грамотами и наградами Министерства образования Республики Саха. За время проведения совещания были выслушаны и изучены различные доклады. Были рассмотрены предложения об организации работы как на селе, так и в поселке Тикси. Надеемся, что после принятия проекта рекомендаций работа в сфере образования получит должное развитие. С новостями из Тикси Валерий Савельев.